Привет, ты на канале KSTR, и мы возвращаемся в Пеглин. Обнова 0947. Добавили новые шары, новые реликвии, новую элиту, немного пересмотрели баланс. Давайте смотреть, давайте разбираться. Две реликвии я уже нашел. Мне удалось найти перчатку. Дает плюс один к уклонению за каждое собранное золото. Как я понимаю, во время боя. Уж так собрал 100 золотых. И начинаешь сразу со 100% уклонением. Думаю, это слишком жирно было бы. А, так, я еще нашел этот швабру. Плюс 15 к прозрачности. Это шанс на пробивание противника. То есть накладывается статус. И появляется вероятность пробить противника с этим статусом. Так, я не нашел цилиндр. До сих пор не нашел новый брокколи. И еще что-то не нашел. Тоже что-то на голову похоже. Еще блокнот не нашел. Ну или что это там. Так, у шарантюриста новый шар стартовый. Это вот этот кинжал. Значит, что про него пишут? Плюс 10 к уклонению за каждое использование. При нанесении крита дается 20 к уклонению. Может быть нацелен на любого врага на экране. У этого шарика маленький обычный урон, но высокий крит. Если раскачать, как я понял, будет урон 1-6. То есть урон критом 6. Если играть через вот этот кинжал и еще найти вот эту штуку, каждый выстрел имеет шанс запустить крит. А вероятность этого 2 умножить на текущий уровень уклонения. Мне кажется, они неплохо сочетаются. Ну что ж, давайте сыграем, как обычно, 10-й Шармагеддон. Будем играть за шарантюриста. Поищем новые реликвии, ну и посмотрим, что как. Может, встретимся с новой элитой. Новая элита — это рыцарь. На второй локации, как я понял. Его можно только встретить. Так, что мы возьмем? Бандану или сыр? Давайте бандану. Смотри, прозрачность 100. Я так и не понимаю, что вот этот вот чувак, он нам как-то помогает. Вроде никак не помогает. Выбить из него можно что-то дополнительно. Блин, не того бью. Убежал. А может быть, из него выпадало что-нибудь суперценное. 100 золотых. Так, ну подожди, а магазин тут есть? Да, тут аж два магазина подряд. Ненавижу такую ситуацию. Будем накладывать еще яд. При подрыве бомбочки. Это хорошо. О, смотри, мы можем кинжал сейчас. И если зацепим крит. И если, конечно. Мечтай. Надо нам что-то улучшать или не надо? Ладно, пока не будем ничего улучшать.
Так, но у нас больше возможностей не будет. Так, увеличивается урон, увеличивается количество уклонения, которое мы получаем. Давайте улучшим. Мы возьмем сундук, а потом с элитой сразимся. Давайте книженцу это возьмем. Так, ну-ка, активировали крит. Вот так вот. Вообще, надо, конечно, до бомбочек добраться. Тут большое количество эрок играет злую шутку, прикинь. Так, давайте еще раз улучшим. Да. Накладываешь колючки, две слепоты. Когда на врага без колючек накладывается слепота, дается колючка. Давайте. До свидуся, это называется. Надо было, блин, вот птичку. Хрен тут попадешь еще. Этим бомбочкам. Девяносто девять. Ладно, давайте оставим. Попробуем сейчас. 101. Зеркало. Восстанавливаешь хпшку. Отлично. Так, ну я могу удалить два шарика. Что еще могу сделать? Смотри, какие классные штуки. Надо ли объяснять? Это реально классные штуки. Thank you.
Давайте сыр. Ну все, то смысла в магазин нет идти. Блять, поэтому, естественно, в магазин, ясен хер. И, конечно, ты дашь подзорную трубу, подонок. Чтоб сомневался. Десять монеток. Ну это же смешно. Блять, конечно. И так хпшки нет. О, пойдет. Хотя бы так. И сырку, сырку. Кушай, родной. Подлечиться? Может взять еще один кинжал? Не, давайте просто подлечимся. Каждый раз, когда доска обновляется. Это же не перезарядка, мне надо обновлять доску. Надо было верку убить. Вот сейчас, конечно, так нужна прозрачность. Промазал, сучёныш. Опять промазал. Мазила. Нерки-то он поставил как неудачно.
Ну, это ему, естественно, не поможет. Не поможет. Надо что-то мне лучше? Нет, не надо. Но мне и так маленький урон. Куда уж меньше. И сброс у меня один. Отличный выбор. Ну, можно здесь будет сдохнуть, я думаю. Так, а если мы вот эту будем атаковать? Посмотрим. Ну, как эту-то, блядь, зацепить? Конечно. Надо было дырку сделать и просто сбрасывать, а он бы от сыра сдох. И по делам. Зеркало погибает от сыра. Нелепая смерть. Ну, а где рыцарь-то? Может быть, здесь? Ну, вот эта новая элита. Но мне надо в магазин идти. Я не могу. Я слишком слаб. Давайте взятку. Ого! Хорошая взятка. Портанул, уклонились. Да, круглостраж. Хорош. Так, нам надо направо. 150. Можно удалить два шарика и еще реликвию взять. Так, давайте-ка мага кинжалом. Больно прям. Мощно. Давай прямо кинжалом ему. Чик и все. Вот так вот. Ибо нефиг. А вот это не очень здорово. Так, надо тоже мага выбивать.
Так, ну-ка дай-ка кинжалом. Ну сюда, сюда, ну вот сюда. Ну ты слепой, что ли? Гаденыш. Много я хп потерял. Так, все, в магаз. Подзорная труба возьмем. Удалить шлак. Тоже хорошо. Тут все какая-то фигня. Ты не находишь? Ну, это почти как лечение. Лечение стоит 25, а у нас будет плюс 15. Давайте возьмем. Ну, надо идти к единственному элитному. Может, этот рыцарь все-таки будет новый. Да уж. Подожди, подожди, подожди. Вот видишь, можно попасть сюда или нет? Можно. Только осторожно. Ага, и здесь, в принципе, можно попасть. Ну... попал. Сгай просто не ожидал. Бросок был настолько плох. Не, надо туда просто закинуть, и он сам попытается найти. Как тебе мой план? По-моему, он не сработал. Так, у меня уклонение 65. Стоп. Как попал? Ну как попал? Закрывает все время. Вот так вот. Нет, нет. Мне надо с элитой драться. О. Слепота. Ну, блин, он поставил восклицательный знак, конечно, как конченый. Как так-то? Не, если случайно попадет, вот попадет.
не попал. Ну что поделать. Не мы такие. Жень такая. До хрена хп потерял. Да, надо лечиться. Спинни Бэнк. Не может активировать золото. Удваивает количество монет на так, 2x. Наносят плюс 1. Что-то нихера не понял. Ну, в общем, удваивает количество монет, и, наверное, которые содержатся в стержне. И наносит урона больше. В зависимости от золота, которое у тебя накоплено. Ну, как бы я бы взял, но не сейчас. А вот и рыцарь. Готовься умереть. А где крит, кстати? А что это он зеркало убрал? Получил, падла? Ну-ка, кинжалом ему. А вот, вот, вот восклицательный знак. Все нормально. А теперь камнем, кинжалом, камнем, кинжалом, камнем. Вот это грамотно и четко. Вот так вот. А теперь камнем по морде. Блять, ну теперь попадешь еще в этот восклицательный знак. Ну стой на месте, он мудак. А где еще этот, где Эрка? Эрку видишь? Какая-то залипуха. Стой на месте, мудир. Блять, охерительно ставишь. Просто красавчик. Только попробуй меня тронуть. Кстати, у меня шанс-то 100%, что будет крит. Смотри, не погрешар. Он маленький, дает кругловкость. Каждый третий раз, когда в полете шарик активируется крит. Тут, наверное, урон. Ну, у него супер крит, наверное, высокий. А у нас крит высокий вот за счет вот этой шляпы. Ну, у меня вот это дерьмо. Мне надо победить слишком много шариков. Я боюсь, что могу здесь налажать с четвертым шариком. Даже если он будет уронить хорошо.
Но так неплохо, мне кажется. Давайте эту штуку возьмем. Не получилось, не фартануло. Так, надо, кстати, считать, на какую под перезарядку он как раз стрелял. Может быть, вообще нельзя ничего скидывать. Да, точно. На промах зашиби. Лошара. Не смог попасть. А вот я попаду. Вот так вот. Да, ну надо, конечно, избавляться от этих камней или хотя бы их усилить. А можно просто все нахер это и сыром всех и замочить. Беспроигрышный вариант. Это четко. Уклонение 85. Попробуй. Попробуй, попади. Промазал. Ну ты лох. Учись как надо. Сейчас я тебя сыром еще угощу. Матрешкин панцирь. Мой любимый сапер. Я как раз для него сыр подготовил. Смотри, магазины как хорошо стоят. Объелся сыра. Пойдем в магаз. Не надо мне ничего не дублировать. Мозг себе продублируй.
Я буду просто с кинжалом этим играть. Наверное, удалю все камешки. Так, давайте смотреть, чем нас тут порадуют. Is this your card? Давайте возьмем, пусть у нас будет. Удалось уклониться. Используя уклонение, добавляешь 2 крита на карту. Нет, давайте оставим бабки, может все-таки что. Потом мне еще надо удалять. Ну, в магаз иди. Нет, сука. Пожалуйста, убери. Убери этот шлак. Так, элита? Кто это себя тут возомнил элитой? Ну-ка. Чмо пернатое. Получай. Промах. Подожди, а где восклицательные знаки? Видишь их? А вот он. Я уклонился, там что-то какие-то должны появляться, нет? Я что-то путал. Я путал. Это курточка должна была, наверное, давать. Как не очень. Мне не нравится этот паттерн. Давай-ка ты просто сдохнешь от сыра. Стопроцентное уклонение. Доследуйся. Давайте шваброчку возьмем. Так, где мы пойдем? Ну смотри, здесь... Так. Мы можем попасть вот сюда. И под знаком вопроса будет перенос вот сюда, например. Это, конечно, вероятность такая малюсенькая. Но вдруг. И тогда 2 элиты будет. Опять ты. Ну, я вообще урон не наношу. Ну, что это такое? Урон 0.5. Я знаю, Аргентина и Майка 0.5. Или наоборот. Что-то такое.
Промах. Вероятность уклониться 100%. Досвидуси. О, 10 лечит за каждые. Чего, кого? Лечит 10 за каждые 100 собранных монет. То есть это в каждый раунд, то есть сохрани сотку. И после боя будешь лечиться на 10. Или ты при... Чего? Не, я не понял. Давайте возьмем. Гаденыш решил меня немного травмировать. Бабки давай. Тогда через сыр и лечение. Видишь, я просто кушаю все. Я решил просто поесть. Я стейк, а им сыр. Офигеть, какие бомбочки крепкие. Я думаю, так быстрее их будет победить, чем бросать шарик. А, ты собираешь монетки. Собираешь монетки. Вот это счетчик. И как только наберется, тебе десятка начислится. Ну это полный отстой. Урон 0. Это как маловато будет. Это ножичком вот так чик и все. Попробовал без сыра. Ну если что, сыр. От взрыва-то можно вернуться? О, неплохо, неплохо. Ну, урон, конечно, маленький. Мы мудохаться будем, конечно, полдня.
как ты не попал-то? А, ну тут, наверное, не нужно. Никак не могу разгадать вот здесь. Каждый четвертый раз, когда доска обновляется, случайно дает один круглицепс или кругловкость. Ну, мне кругловкость нужна, он специально круглицепсы дает. Ну, прикинь. Же низко и подло. У него, кстати, урон-то не особо растет. Сделали лучше. Ну, смотри, прям можно и без срыва мочкануть. Притом не особо напрягает. Это куда-то тыкает. Все. А все уже, он сдох. А у нас сыр-то все равно дохнет. Столько уже прошло раундов. Да-да-да-да-да. Скорее всего, его сыр-то и полжизни мы снес. Что поделать? Ну вот, посмотрели. Ну, в принципе, хорошие задумки есть. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.